Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». И сегодня мы с вами будем готовить очень вкусный домашний чай с сухофруктами. Нам понадобится чернослив, заварка, у меня черная, но можно взять и зеленую, чабрец, он же тимьян, и мед, или мед можно заменить сахаром или сладким сиропом. Сначала мы с вами берем чернослив и заливаем его кипятком, и оставляем так постоять примерно на 3-5 минут. Потом сливаем кипяток и промываем сухофрукты под краном, как обычно. И после этого режем их, ну, примерно на 4 части. Берем заварочный чайник, складываем в него нарезанные сухофрукты и добавляем остальные ингредиенты. Накрываем чай крышкой и даем ему настояться примерно 5 минут.